Привет всем, кто застыл у экрана монитора или смотрит на экран своего смартфона. Продолжаем про лесу. Что удивительно, у меня сложилось впечатление, что это не одна и та же лиса. Почему? Ну смотрите, вот уже сколько роликов, одна лиса уверенно приходит и съедает то, что лежит. Ну просто уверенно она так раз подошла, вот в прошлый раз она подошла уверенно, не пугаясь, съела эту колбасу и ушла восвояси. Приходит другая лиса, которая вот такими кругами вокруг этих качелей ходит, ходит, ходит. И смотрите, вот сейчас она копает, нюхает, боится качелей. Это не та же самая лиса. Вот у меня чем дальше, тем больше убеждения, что это две лисы. Хотя бывает такое. Вот она порылась, там под снегом лежит колбаса. В прошлом ролике вы видели, сколько нюх у них хороший. Каждый раз остается только удивляться вот этой лисе. Потому что, смотрите, пришел сегодня, ну вот после того видео, да, которое вы посмотрели, вот эти белые, это замерзшие те, которые лежали тут уже. И сейчас я еще и нарезал раз, два, три куска. Было раз, два, три, четыре, пять. Вот это старые. Они лежали, она покопала, но почему-то их не съела. Она даже копала, они вот тут лежали его, а она вот тут копала. Странно, что есть, запах непонятно, где запах. Ну и еще вот три свежих, чтобы... Ну вот, поживем, посмотрим, что теперь будет. Возвращаемся. Ну то есть вы поняли, что она не докопала. То есть копала рядом, почему-то спугнуло ее что-то, она не докопала, хотя отличный запах идет, копченой колбаски. И она ушла, хотя колбаса осталась на месте. И, значит, все сложилось так интересно, что колбасу-то я добавил, да? То есть я приехал, добавил колбасы и уехал. И в надежде, что ночью придет опять лиса. Но не все так просто. Вот тот жирный кот, который делит территорию с этой лисой, он каким-то образом занюхал, видимо. Я не знаю. Но он же... Ну, в общем, не понять. Вот он пришел. Обращу внимание, что время ускорено. Вы можете по времени посмотреть. Он очень странно себя вел. Куда-то на 4 минуты отвлекался. Вот сейчас он хрумкает колбасу. Вот он пошел куда-то. Время 15.05. И вернется только в 15.09. Где он был 4 минуты? Вопрос. Пришел доедать колбасу. То есть, план по тому, что лиса придет и поест колбаски, не удался. Этот черный жирный кот сожрал все. При этом, смотрите, как долго он хрумкал. Видео ускорено, по-моему, в 5 раз или в 4 раза. Ну, то есть, секунды бегут, вы видите. Да, по-моему, в 4 раза. Так вот, он так спокойно, усердно хрумкал колбасу, что даже как-то аппетит у меня появился любоваться. Замерзший кошачий корм, который там еще лежит, такое впечатление, что он его тоже пытался грызть. Вот мне кажется, он как раз-таки сейчас вот там головой машет, это он корм грызет. Но, видимо, не получилось ничего, потому что он достаточно хорошо замерзший на улице. Минус все-таки 3 градуса было там или 4, ну, по-любому мороз. Ну, в общем, с удивительным спокойствием, с расстановочкой такой, никуда не торопясь, кот замечательно провел время. Устроил себе там ресторанчик такой небольшой, покушал колбаски, закусил кошачьим кормом, снега много, попил, наверное, полезал снега. Отлично провел время. Интересно, когда он шел, если вы заметили, он шел не просто по снегу, он по моим следам шел. Ему лень было мочить брюхо, и он перескакивал из одного моего следа в другой, чтобы поменьше замочиться.
То ли зубов у него нет, то ли... Трудно сказать, почему такое время. Он очень долго провел времени. Ну, по пришествию я ездил после этого на следующий день. Я скажу, остался один кусочек колбаски. Я не знаю, почему он его не съел. То есть все было съедено, но один кусок, то ли он его, то ли уже объелся, то ли не доел, потому что уже некуда было, то ли просто не заметил. А может, у него зубы больные? Почему он так долго? Ну, колбаса замерзшая, надо тоже понимать, что там не так, что взял и съел, надо грызть. Вот опять 15:21, он куда-то ушел и вернется. А, нет, все, поел. Ну, вот видите, как он идет, а назад уже идет тоже по следам. Но это все ускорено, это, он на самом деле медленнее все. И он как шел вот по тропинке, так вот зашел, отоварился, вылез через калиточку и дальше пошел. Молодец, короче. Так что лиса, благодаря вот этому жирному коту черному, осталась без еды. Наступила, значит, ночь, и уж не знаю, какая лиса, первая или вторая, или это одна и та же, просто с разным настроением, но она опять пришла. И пришла, естественно, уже на пустую площадку. То есть кот днем поработал, все сожрал. Она вот так вот издалека подошла, понюхала все эти следы, видно, что ее очень интересуют следы. И опять финтами. То есть абсолютно два разных поведения. Если это одна лиса, то странно, что у нее абсолютно разное поведение. Одна лиса. Если это две лисы, тогда все объяснимо. То есть одна смелая, вторая вот такая вот, даже боится подойти к этой качели. Необъяснимо. То есть вот мое мнение, что все-таки это две лисы. Может, это одно семейство там какое-то. Вот, после этой ночи, 5 числа, днем 4-го, в обед я подъехал и положил ей еще там покушать. И опять надеялся, что... Ну, опять не предусмотрел, что, вот, видим, площадка, эта деревяшка, выдвинута из-под качели немножко. И я как-то не подумал ее опять туда заправить, потому что там уже, вот вы видите, лежит колбаса. Эти беленькие пятнышки, это там колбаска. Но лиса опять на эту ночь остается без колбасы, потому что прилетели птички и растягали эту колбасу всю по своим гнездам или куда они там ее тягают. В общем, все было съедено без нас. На этом прощаюсь. Есть над чем подумать. То ли две лисы, то ли одна лиса, то ли еще третья придет. Ну, а птицы все сожрали. Всем удачи, всем пока. Так что сегодняшняя ночь без еды у лисы опять.